друзья мои, я очень волнуюсь и поэтому буду краток. Сегодня наш трест наконец-то освоил выпуск новой продукции. Эти музыкальные тазы. Ми. Нет, нет, пан директор, до. А, да, до, ре, ми. Подарок нашим покупателям. Пан директор, как всегда, не понимает, что глупости говорить можно, но не торжественным тоном. Предоставляю слово автору проекта, пану Гималайскому. Прошу аплодировать. Просим, просим, пан. Пан Гималайский считает, что неплохо разбирается в музыке, поскольку ничего не понимает в живописи. Ну что же, спасибо. Вот он перед вами, этот удивительный инструмент. Для чего он служил раньше? Говорят, что раньше в нем варили варенье. Не знаю, не знаю, я пробовал, у меня не получилось. Но зато я знаю, что когда я уронил его с плиты, он загремел. Загремел, как это место у Вагнера. Трам-там-та-там! Та-т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 а
концертах я от нее просто теряюсь. Словно ни с кем не перекинешься. Не слышно собственного голоса. А это пан Пузик. Ну что ж, правду говорить выгодно. По крайней мере, не надо помнить, что ты говорил раньше. Что ж, вот после длительных размышлений я понял, что в таз можно загреметь и не так. И я загремел. Чует мое сердце, придется нам греметь вместе. Пан Вотерба никогда не интересуется, что думает о нем товарищи по работе. Знает, что это приводит к одиночеству. А теперь, конечно, этот инструмент может с успехом заменить скрипку, виолончель, там, фортепиано с оркестром. Но особенно он хорош для исполнения современных музыкальных произведений. Точно! Современная музыка гораздо труднее несовременной, потому что ее даже насвистеть невозможно. Каролинка, дочь пани Птушек. У нее сейчас переходный возраст, в то время, когда девушка начинает удивляться, как у такой глупой мамы могла появиться такая умная дочка. Пан Гималайский, давайте отгрохаем что-нибудь современное, а? Действительно, пан. Давайте. Отгрохаем? Давайте, отгрохаем. Ну что, отгрохаем. Так, я попрошу всех внимания. Попрошу внимания всех. Взяли спокойно. Тихо. Внимание. Прошу. В чем дело? Я же говорил, чует мое сердце. Так, а может быть, они бракованы? Это исключено. Я лично проверял всю партию. Давайте попробуем еще раз. Не отключаться, не расходиться никому. Внимание, тишина. Нет, пан Гималайский, можно вас на минуточку. А вы хорошо проверяли, пан Гималайский? Пан директор, я лично проверял, у меня даже есть протокол. Пожалуйста, пан директор, пожалуйста. Пункт первый. Не имеет ли таз неправильной формы? Ну, с этим все в порядке, он вообще ничего не имеет. Конечно. Пункт второй. Да. Если крикнуть в таз, что слышно? И что же, ничего не слышно? Как ничего, почему ничего? Как аукнется, так и откликнется. Ага, дальше. Да, дальше. Если заглянуть в таз, что видно? И что же видно? Смотря кто смотрит. А, дальше. Если сесть в таз, то какова перспектива? Сесть. Да. Нет, это я лично должен проверить сам. Пожалуйста, пан директор. Осторожно. Пожалуйста. Так. Как, пан директор? Так. Так, понятно. Понятно. Дальше. Дальше. Читаем дальше протокол. Да. Есть ли снизу дно? Так. Есть ли по бокам стенки? Не склеились ли случайно два таза? Не похож ли таз на корыто? Ну и еще 64 фута. Замечательно. Замечательно. Конечно, что... Пан Гималайский, так почему же он все-таки не звучит? Вы это проверяли? Вот этот пункт, может быть, я и забыл. Ведь всего даже я не в силах проконтролировать, пан директор. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Ну как же не волнуйтесь, пан Гималайский, проверим еще раз. Так и быть, друзья мои, устроим еще раз эту попытку. Еще раз, последний раз я прошу вас всех собраться. Внимание, тишина.